Валер, какое сегодня число? Сегодня четвертое. Четвертое. Mm-hmm. Валер, за рулем приехали в Пущей Водицу. 4 мая 2014 года. Да. Всем привет. Это Валера, мой брат. Сейчас мы приехали за водой. Пущей Водицы, здесь санаторная зона. Качает нас тут. Дальше ехать нельзя. Здесь санаторная зона. Здесь набираем водичку. Давай, закрывать не буду. Не, почему не будешь? Закрывай. Да? Конечно, эти. А бутыли уже они забрали, да? Да, бутыли все забрали. Так, посмотрим, может, уже очередь наша пришла. Угу. Ну, здесь источник воды мы в кране не пьем. Пока что у нас не европейские стандарты воды. Неизвестно там что. Ого, дерево разворотило или что? А, да? Я что-то давно, видать, не была. Всегда привозят воду пить. С источника. Тут 3 источника. Из Киева люди все сюда приезжают, в эту санаторную зону набирать водичку. Сегодня очереди нету. Хорошо. Сегодня, потому что праздник. Люди отдыхают. Водички. Наша вот сестра Света и Оля. Васина сестра. О, а зачем вы столько воды набрали? Не, половина нам, половина вам. Ну, все равно сильно много. Нам Олежка еще привезет с колодца. Оно постояло на солнце, один сутки постояло и зацвело. Вот это Оля, сестра Васи, Галиного мужа. Привет, это я. С Волыни приехала. Бандарука. А ну расскажите какой-то красивый стих такой про природу. Про природу. А Оля всегда сочиняет, и Оля очень много стихов, есть даже свои книжки. Господня караце, чи Божий дар не знаю, та ліс для мене. Наче рай земний. Без нього я собі життя не уявляю. Настільки рідний він мені і дорогий. До лісу я і влітку поспішаю, і осінь, і взимку, і навесні. І втіхи більшої для себе я не знаю, ніж та, як в лісі опинитися мені. Берізка, начебто вклонилась мені низько. Я болями і радощами з нею поділюсь. До дуба велетня я притулюся близько. І сил земних від нього наберусь. Зозулька знахарка руки життя рахує і накує ще не один десяток літ. На серці милість, спокій запанує, блаженство неземне дарує мені ліс. Як на спочинок сонечко сідає, і я за день добряче натомлюсь. Та поспішаючи додому твердо знаю, що завтра знову ж я до лісу повернусь, що з нетерпінням ждатиму світанку, про втому рідним, звісно, промовчу, і лиш край неба засіріє зранку, немов на крилах, знов до лісу полечу. О, молодець, Оля. Отак ми любимо ліс. Да. А це сестра Света. Света, привіт передавай. Здесь мало услышать. Здесь вслушаться нужно, чтоб душу любовью наполнилась дружба. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце, и чтоб отразили чудесные воды всю прелесть застенчивой украинской природы. О, тоже молодец. Ты тоже, кажется, стихи у нас полюбляешь. И все, что ли, набрали? Да. А я хотела заснять, когда вы наберете. Ну вот источник, да.
процесс пошел. Ладно. Вот еще здесь тоже. Тащит Валера, потому что он тяжелый. Да. А вот этот я могу потащить. Еще, ну зачем столько воды набрал? Все равно завтра приедет опять. Вот здесь. Ну это первый раз, что у нас нет очереди в источнике. Птички поют. Там все цветет.